что тут, что тут? Вот тут этот... Блин, их куча. Надо найти наши трупаки. Если, конечно, свиток идентификации. Ай, ай, меня зажали. Лёх, ты где? Я тут это, Book of Healing нашёл. Лёх, помоги, меня зажали. Да чем я тебе помогу? У меня ни мана, ни хп. У меня... Я сдох, короче. Короче, у меня один хп и у меня ни мана. Надо сходить к этому хилеру. Я пойду к хилеру. Так, короче, чувак, надо что-то с этим делать. Надо нам обоим сходить к хиллеру и потом идти сюда вниз, и я маной. Надо их по одному выманивать как-то и убивать. И я буду маной всех жечь своей. Так, что-то монах у меня ходить не хочет. Так. Какой у него хост? Хиллер, висим хиллер. Так. Господи, да что ж ты по диагонали-то ходишь все время? Так, я столько голды просрал, уже 64 голды осталось. Так, бежим. О, я хиллера, кажется, нашел. Нет, это Бирнан. Хиллер где-то слева от этого. Нашел, от удара, да, он хиллер. Как его зовут? Я нашел хиллера. Так, receive healing, отлично. Talk to butcher. By the light I know так, of все, this green demon. Я, короче, с топориком хожу. Так, leave to healer's home. Я уйду отсюда. Так, теперь надо найти, где бы мне восстановить манки. Я хочу ману. А вот насчет Infinity. Маны я не знаю. Так, что? Я пойду драться, короче. 100 золота, ты вообще? 100 золота за... 100 золота за идентификацию одного маленького щитка, который даже мне жизнь не спас. Так, тут Гиллиан. Так, убил одного. Во-во-во-во. Кто-то из лука стреляет. В общем, я ману себе пополнил, но я не пополнил себе. Успокойтесь, чуваки. Давайте договоримся. О боже, как их много тут скопилось, они не дают мне выйти. Так, я вышел. Так, надо вот сюда зайти. Опа. Я зашел. И я двигаюсь в свою сторону. Так, идем. Идем, не прекращая, двигаемся. Так, надо порыскать здесь еще, тут что-то еще должно быть, я уверен в этом. Я порыскаю на этом уровне. О, у меня скилл есть, который просто юзать и чинить шмотки, только максимальная прочность, правда, падает. Ну, это, все-таки это неплохо. Ой, что-то я заговорился. Так, ну что ты, тут скоро есть там придешь? Ой, нет, о, нет, тут, короче, скелеты на меня нападают. Ты где? Я, короче, там, где лесенка. Вот ты меня нашел. Ух ты, ничего себе, у тебя секира. Это далеко. Вот там два скелета, бей их. Бей скелетов. Спасибо. Так, спасибо. Там надо быть поосторожнее, ибо возле лестницы такое скопление. Ты это, погоди, мы еще здесь не все осмотрели. Тут еще там сундучки есть, может, что найдем. Я почему-то в этом уверен. Так, сундук, бочка. Тут пусто. Что тут у нас? Вау, скелет обезьянки. Манки обезьянки. Скавенджер. Ай, больно пойду. Я, короче, зайду. Я невидимкой. Так, здесь ух выпал. Я невидимкой осмотрю все их гробики, все их ящички, и мы уйдем отсюда Мы их обворуем, короче. Ты их убил? Ты их убил? Так, о, ну там, мне бы там... не помешало бы хилка, ибо у меня мало сейчас хп. Ой, я кого-то ударил. Я ударил его по черепушке. Они сквозь двери бьют. Или они по сквозь двери бьют. Блин, полегче, братки. Ты чё? Я уворачиваюсь. Так, идем. Тут, короче, Faceless One. Ух ты, я его убил с одного удара. Like a master. Ломаста. Бежим. Ой-ой-ой. Живи, брат. Не умирай. Сколько хп? У меня, сейчас скажу, чар. 23 хп. Так, у меня 22 хп. Парень, тут фонтан. О, фонтан. Пьем. Ты все выпил. Я ничего не выпил, мне каплю маны восстановил. Сраное говно. Он тебе ману восстановил? Каплю маны. Совсем немного, там, наверное, 1-2 единицы всего.
Это наш мана. Ой, вот он, ой. Фонтан, блин. Рассчитываешь на халявное. Ой, щи-чи-чи-чи-чи-чи-чи-чи-чи. Ну я, а чё бы и нет-то? Так, ой, ой, ща зарыться. Так, тихо-тихо-тихо. Сейчас мы зомби забьем. Молодцы, мы молодцы. О-о-о-о. Зомби. Отлично. Много бочек. О, секира. О, так. Идентификация. Ой, я его выбросил. Ну, скелет. Блин, я боюсь, что сейчас бочка взорвется и убьет. Воу-воу-воу-воу. О, зелье мана выпало там. Отлично, я сейчас возьму. Бери его, быстрее. Ой, я удаю, что на. Small X. Где оно? Вот оно. Small X это то, что мне надо. Ой, нет, это не то, что мне надо. Book of Healing мне нужен. Right. И это все? Это все, что ты мне дал? Это все, что... Что надо давать, эта книжечка? Я не знаю. О, плюс 30% армора. Это неплохо. Так. О, давай, а, фу, хп. Вот это нормально, тут другое дело. Что значит not enough mana? Я только что выпил зелье маны. А, нет, я его не выпил. Так вот, я выпил зелье маны, и теперь время фаерболов. Ой, прости. Прости, брат. Я не хотел. Так. Вот у меня... Какой-то меч выпал на 4-8 дамага. Так, мне... ладно, я не знаю, что мне качнуть. Чтобы не качнуть, я... Качну опять силу. Ой-ой-ой, их тут много, их тут очень много, брат, спасай. О, там... это очень много? Ну, для меня, да, у меня всего... Сколько у меня хп? У меня 13 хп. Да, они двое, не так уж и мало. Так, короче... О, вот это много. Короче, я зайду, и я их сейчас у всех оборую. Ну, блин, я должен их обворовать. Я их обворую. Так, нигер в красном плаще должен их обворовать. Не трогай меня, скелетина. А тебя защищу, нигер. Так, нигер в красном халатике должен так, их обворовать. Так, ты, значит, мы внизу уже были, пошли наверх. Воу-в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 оу. Что? Там есть хачики, три хачика. И я, короче, зайду и обворую тоже. Так, Буков... Что это такое? Буков Чарит Болт. Ух ты. Ой, я закрылся. Короткий меч. Блин, этот меч, по-моему, на кинжал больше похож, чем на меч. Тебе нужен меч? Ну, давай я попробую взять его в руки. Ох ты, он идет вместе. Он идет вместе с щитком. Я даже поменяю их местами. Так, еще зелье ман там выпал. Где? Я иду к нему. Я даже буду сражаться со скелетами. Нет, я не хочу сражаться со скелетами. Они опасны. Так, я пью зелье маны и я кидаюсь фаерболами. Так, нам за полчаса надо успеть хоть куда-то дойти. А, так, мы... А здесь есть прогресс сохранения какой-нибудь, типа... Да. Ух ты, тут много золота, смотри. О, золото, и тут зелье мана. Я его случайно подобрал. Ну-ка выбрось. Это мне. Я этим пользуюсь. Короче, хилочки мне давай. Хорошо, ну, там, не, по крайности. Фаерболь! Аккуратно шмаляй фаерболами, а не меня. Я это уже понял. Я помню, даже тебя в прошлый раз убил. Фаерболь! Опять ты фаерболь! Какие-то косые фаерболи. Чё-то эти фаерболы наносят дамага меньше, чем мой топор. Нет, они убивают с одного удара, если попадают. Просто я... Ну, скелета такой... попал, он не убил. Нет, я просто... Он мимо пролетел, он не попал. Не знаю, у меня наоборот в скелета попал. Видно, такая картинка косая в Диабло. Ну, это же первый Диабло. Так, все, бежим. Ну, короче, у меня второй левел, у Паши первый левел. Что? Ох, ноу. А, нет, все нормально. Так, все, бежим. Так, я тут сундук нашел. Так, еще один фальшион. Большой сундук, пусто.
Так, Лёх, короче, встречаемся у лестницы. Оп. Хорошо. О, привет. О, я какой-то шлем нашел, и тут, короче, меч. Ой-ой-ой-ой-ой. Броню бы мне не помешало. Не торопись, не торопись, тут какие-то свиточки падают. Так, что там у тебя за шлем, короче, выкладывают? Так, сейчас, погоди, я должен выйти в более или менее освещенное место и нажать на кнопку... О, level up. Так, ну, раз у нас проблемы с маной, надо понять, что дает мана. Give me chakra magic. О, да, детка? Give me chakra magic. Yeah. Yeah. О, spells, spells. Можно учить спелсы? Что? А, я тоже хочу учить спелсы. Они, нет, они сами учатся со временем. Так, что это... Что это такое? Что это? Spell Stop Recharge. Тут PvP есть. Господи, у меня тут... Не, это не шлем. Это, слушай, это не шлем. Это знаешь что? Это простая шапочка. Шапочка. Это... Сколько она брони дает? Один. Вот что-то давай мне. Ну блин, ну хотя я маг. Может, у тебя есть это нагрудник? У меня ничего нет. У меня ну, был так... нагрудник тогда. Тогда держи. Собирай все это, надевай на себя. Так, отойди, я не могу. А, вообще, ты будешь очень бронированным магусом. Так, спелс, надо... Так, я сейчас... Ух ты, вон оно как все работает. Ой. Починил шапочку. Блин, она хилит. Нет, я думал, она дает ману. Ой. Мне бы отхилиться, а. Так. Что это такое? Staff Recharge Skill. Ты можешь меня отхилить? Я не знаю, как это... Я запутался, погоди. Я, кажется, только себя хилить могу. И ты отхилился? Ты отхилился? Нет, у меня хп 24 всего. Я, короче, всю ману в себя просадил. Это плохо. Хотя я так, стоп. Я, может, что-то не понимаю, но она... А, кажется... во, я нашел свиток исцеления. Я исцелил себя, отлично. Так, пошли тогда, Лёх. У меня не фул хп, но все же шло что-то. Что я съел? Ух ты! Лёх, пошли! Я новый спелл изучил. И, кажись, он навечный.